номер со всеми причиндалами и атрибутами. Немногие так заморачиваются, честно вам скажу. Второе место заняли на этом турнире канадцы Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон с очень красивой произвольной программой, лирической и романтической. Ничего не буду говорить про их короткую программу, уже было все сказано во время трансляции. Просто остается добавить, что, конечно, второе место для них на этом турнире – это сюрприз, потому что ни Мухортова-Транькова, ни уж тем более Савченко-Шалкова они, по идее, обогнать были не должны. Канадцы Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон. Не правда ли, красивая пара? Романтические образы им особенно удаются. Даже лучше, чем трагические. Такая свобода присутствует в этой показательной программе. Классно. Каждая картинка